ходили парни бравые, загуменные брали. Первое упоминание о Трубина мы находим во второй половине 16 века. В 1799 году здесь было 124 избы и проживали 629 человек. Сейчас здесь, в Трубино, живут более 6 тысяч человек. И здесь сегодня праздник, здесь день поселения. Сегодня Трубинское поселение с современной инфраструктурой, жилым фондом, образовательными и досуговыми учреждениями. Решаются важные для жизни людей вопросы. Здесь, например, появилась своя станция обезжелезивания. Практически все дороги заасфальтированы. За последнее время во дворах открыты 4 новые комплексные игровые площадки. Решаются социальные вопросы, такие, например, как работа магазинов шаговой доступности. Действует своя больница. Поселение становится краше, комфортнее, и потому здесь, чему очень радуются руководители, растет рождаемость. То есть произошел демографический перелом, становится все больше детей и молодежи. Это ощущается и здесь, на стадионе, в самом большом поселке городского типа, в Литвиново, где сегодня празднуют день поселения. Традицией стала подготовка и проведение праздничных мероприятий и дня поселения. Естественно, в жизни каждый, если праздник, готовится, чтобы провести приятно, красиво. Вот от года в год наше поселение является маленькой частицей нашей великой Родины. И отрадно, что замечают многие люди позитивные изменения в поселении. Я вас очень всех люблю. Желаю вам крепкого-крепкого здоровья. Чтобы вы всегда стремились вперед, были активны, делали свое поселение как можно лучше, комфортнее. На сцену в этот день приглашали жителей, которых благодарили за труд, за участие в общественной жизни. Им вручали благодарственные письма и грамоты. Настроение у всех было приподнятое. Стало лучше, красивее. Детских площадок много, почти у каждого дома детская площадка. У 11-го дома спортивная площадка, у 7-го дома тоже спортивные площадки. Каждый вечер у нас молодежь играет, в волейбол играют, в баскетбол играют. Маленькие дети, как их еще, бомбинтон что ли играют. Все вот это все есть. Праздник продолжался концертной программой. Коллективы художественной самодеятельности выходили на сцену, на площадке перед нею шли народные гуляния. День поселения удался. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».